обретет и всероссийскую известность, и все у него будет хорошо. Волнуется, что у нашего русского итальянца столько друзей. Это хорошо. И они все здесь. Не все. Еще. Найти в интернете, наверное, многие из вас видели, если недавно, как Олег Николаевич говорит, было выложено это видео в сеть, как он защищает свой диплом Глазуновки, Илья Сергеевич Глазунов, живой. Вот он на экзамене, он говорит о Георгии, об этом будет еще отдельный рассказ, отдельный, можно подрегулировать, отдельные встречи с художником. Сейчас я вспоминал о том, что в 99-м году этими огромными масштабными работами, прежде всего, они масштабны уже по замыслу, да, вот всемирная история, если выставка наша называется «Божественная трагедия», конечно же, отсыл к великому Данте, к итальянскому искусству, к Италии. Вот и художника, и его мощь, и она вызывает уже, вы знаете, вот даже вот тот отрывок, который я видел в видео, он передает тот настрой. Во-первых, некоторые члены комиссии даже не то, что в недоумении, они понимают, вот на что обрекает себя, на какой подвиг, если угодно, да, на подвиг и на какую судьбу обрекается художник, который выбирает этот стиль как, ну, часть своей жизни. Масштабность личности, что последовали другие работы, другие заказы. Отдельная история, этому будет посвящена у нас встреча, что такое вообще фреска. И Олег Николаевич об этом на отдельной встрече расскажет, потому что он рисует не просто в стиле, он живет в стиле итальянских мастеров, он еще и работает... В неком смысле даже возродил. То есть, знаете, сколько лет мы говорили и мечтали вообще об этой выставке, и вот она здесь, мы сегодня здесь. Но я хочу еще позвать вас на помощь. Да? Мы получили удивительные документы, можно я начну с него, а потом у нас будут все речи и приветствия. Он уж очень все-таки, во-первых, отметить мужество этого человека. Представляете, период отмены русской культуры, и вот за одно это послание, которое мы сейчас зачитаем, вообще-то говоря, человек может подпасть под санкции и вообще лишиться счетов и так далее, и так далее. То есть это героический мужественный поступок. Ну, собственно говоря, немало рискует и Олег Николаевич. В Италии получающие заказы, вот он настаивает именно в этот период. Нет, я хочу выставку в России, для меня она принципиально важна. Итак, мы зачитываем приветствие, сейчас я произнесу все эти замечательные регалии, его королевского высочества Дона Педро Хуана Мария Альеха Сатурнино и Тодес Доль Сантес де Бурбон, сицилийский орлеанский великий магистр Константиновского ордена Святого Георгия, председатель совета четырех испанских военных орденов. Глава королевского дома обеих Сицилий. Сначала мы зачитаем это приветствие. Звучит. Кому? Маэстро Алексу Перека, Россия, Москва. Мадрид, 31 de enero de 2023. Querido Олег, con enorme alegría he sido informado de tu nuevo proyecto para realizar una exposición en la Biblioteca Bobolubo de Moscú. Te hago llegar mis más efusivas enhorabuena y mejores deseos en la seguridad de que esta muestra, que contará con material artístico nunca antes expuesto, será un éxito seguro. En tu obra son constantes las referencias a la iconografía cristiana, hecho que, combinado con la investigación estética, tiende a la belleza. La belleza salvará al mundo, como nos recuerda el príncipe Mishkin en El idiota de Dostoyevsky. Una belleza entendida en su sentido más elevado, ya que el único ser absolutamente bello es Cristo, que nos muestra el camino correcto para encontrar el diálogo y la paz. No tengo duda de que este proyecto que inicias será un nuevo galardón junto a los ya obtenidos y a los muchos que vendrán. Con todo afecto, recibo un fuerte abrazo
Педро, дуке де Калабрия. Я с радостью передаю слово Владимиру Олеговичу Семенову, директору библиотеки Боголюбова и прочее, и прочее, и прочее. Дорогие друзья, ну, очень приятно видеть столько гостей в наших пространствах библиотеки. И, конечно, ну, для нас это и большая радость, и большая честь, что такая выставка происходит именно у нас, в наших залах. В какой-то мере для нас это подтверждение еще раз того, что действительно библиотека Боголюбова стала какой-то уже известной, востребованной выставочной площадкой, потому что действительно мы уже все становимся больше, чем библиотека, и то, что сегодня все последние тенденции, да, библиотеки уже становятся не просто местом для чтения, но полноценными культурными центрами. Поэтому пригласить, предоставить слово для приветствия нашего руководителя, начальника управления по развитию культурных центров Департамента культуры города Москвы Михаила Валерьевича Кочергова. Я рад приветствовать вас сегодня здесь, уважаемые коллеги, друзья. Рад приветствовать вас от своего имени и от имени Департамента культуры, потому что, как правильно сказал Владимир Олегович, библиотеки сейчас становятся не только местом хранения книг, но и местом, где много-много разных институций собираются вместе, набирают силу и радуют посетителей, друзей, людей. Я хотел бы пригласить к микрофону Маркину Людмилу Алексеевну, заведующую отделом живописи. 18-го года, заслуженный доктор стихотворения профессор. Пожалуйста. Как говорят все представители ораторского искусства, говори кратко, весело и интересно. Тем более, когда тебе предоставляют слово не первый. Поэтому я буду следовать этому закону. Здесь я не представитель администрации, не директор. Здесь я учитель. На, в общем-то, такой земле Италия, древняя цивилизация. Уж там какие художники. И то, что наш Олег, можно сказать, все-таки наш выпускник, занял свою нишу, это замечательно. Мне очень интересно, вы показываете то, что вы сделали за этот год здесь. Честно, еще я не посмотрела, но я от души поздравляю с открытием выставки и очень хотела вам сделать какой-то подарочек. Думала и решила, что подарю-ка я вам свою книжечку «Сикстинская Мадонна в работах русских и немецких художников». У нас была выставка «Романтизм». Я ее готовила как раз к этой выставке. Я думаю, что теперь надо назвать «Русский Рафаэль». Наверное, Олег Петрович расскажет. Ну и так мы передаем микрофон виновнику сегодняшней встречи Олегу Петровичу Дейкову. Перед тем, как сказать тоже несколько слов, тут присутствует еще один мой учитель, который преподавал у меня живопись в Академии Российской живописи военного изучества, Дмитрий Анатольевич, если он хочет сказать. Хочу поздравить, Олег, тебя с замечательной выставкой. Надо сказать, что мы много слышали о тебе, что ты где-то по весям, по городам, по заграницам путешествуешь, вот, но реально вот так вот вживую не видели давно уже твоих работ. Вот еще здесь присутствует Галина Анатольевна, это главный редактор журнала «Искусство для всех», который мне очень помогла. Дорогие друзья, я очень рада, вот прям горжусь Олежей. А он как-то вот для моей семьи поиграл как вот очень родной человек. Причем так получилось, что мы познакомились с нами лет 6, может быть, назад. И люди, которые нас тут... Представляете, он случайно приехал в Москву. Люди, с которыми мы случайно в этот момент работаем. И вот это случилось, да. Но случилось это,
естественно, потому что мир поменялся очень резко, как мы знаем, год назад. Я был как раз в России, в Москве, и у меня был билет на конец февраля. Я должен был улетать, и если бы, конечно, ничего не случилось, я бы улетел, и дальше бы продолжал там работать. Кстати, я ставил там все заказы, мастерскую, деньги, машина, все там. Да. Ну, не знаю, если Олег хочет сказать два слова в заключение. Ну, я хочу сказать волшебные слова, поскольку ленточки нет. Выставка считается открытой. Теперь будем общаться, да.